Добрый день, меня зовут разработчик Илья, и прямо сегодня, ребята, я буду троллить агростримершу. Я притулюсь разработчиком, приглашу в лобби и жестко затроллю. Ну что же, ребятки, прожмите прямо сейчас лайкусик, подпишитесь на мой канал, а я погнал отправлять донат агростримерше. Здесь стримить, стример, да. Это помойка. Называет игру помойкой. Я же разработчик, я такое не прощаю. Все, мужики, погнали, кидайте ей донат. Сейчас она за помойку ответит. Слушай сюда, зачем ты оскорбила меня? Тебе придется за все ответить. Если не зайдешь, жди бан. Ну что, мужики, погнали кидать донат, малышечки. Ник разработчик, все как положено. И посмотрим на ее реакцию. О, пришел, пришел. Зачем ты оскорбляла меня? Тебе придется за все. Смотрите на реакцию. Она поверила. Она реально поверила. Разработчик! Максимум, что я тебе сделаю, это в твою папулечку. Не, ну папочка зачет. Ой, ребята, я думаю, она сейчас очень жестко пожалеет, потому что лобби будет необычное. Сейчас покажу, какое оно будет. Так, ну что же, она уже в лобби, давайте напишу. Привет, бомжетка. Она пишет, ахахах. Кстати, да, я себе создал клан Dev92. Давайте напишу. Посмотри, мой клан, я реально разраб, я не шучу. Я бомжетка, ты офигел? Ты офигел? Ой, дорогулечка, ты моя, поверь ты мне, ты за это очень жестоко ответишь. Посмотри мой канал, я реально разраб, я не шучу. А ну-ка. Какой трэш ты, нубас. Ну что же, показываю вам настройки, мужики. Первое, что я делаю, это скорость персонажа. Себе делаю 1.25. Дорогулечка, ты моя. Дальше сделаю высокие прыжки, бесконечные патроны. И давайте сделаем бесконечные гранаточки, чтобы было еще смешнее. То я делаю ей. Я ей в первом раунде делаю $8. Я ей делаю 0 брони. И давайте хп я сделаю 99. Интересная реакция. О, не, я придумал. 99 хп и 1 брони. Суммарно получается 100 хп. Потом все как раз выходит по-честному. Дальше, из ее арсенала я забираю все пистолеты, кроме G22. Дальше я ей оставлю только дым, чтобы она могла брать только дым. Просто прикиньте, какой угар. Также я у нее запретил половину дробашей и так далее. В общем, будет весело. Я думаю, можно стартовать. Я посмотрела, ты позорный голд. Смотри, что она пишет. Она пишет, что я позорный голд. Какой ранг у нее? Она вообще сильверша. Я сейчас тебя забаню. Блин, мужики, она что такая агрессивная? Ты что? Давайте напишу. Извинись быстро. Я сейчас тебя забаню. Прости. Пусть будет извиняться. Прости меня. Прости меня. Извини, тухлый разраб. Извини, тухлый разраб. Подожди. Ой, я это написала. Случайно. Ты напросилась. Она когда не меняет. Напросилась. Она тупо неменяемая. Она просто по КД оскорбляет. Извини, это не я писала. Это не я. Просто на лоха, ребята. Просто на лоха. Ты напросилась? Если ты сейчас проиграешь в дуэли, жди бан. Поппи, меня может и Кент АПК отшлепать. А ты нет, так что не напросилась. А знаете, в чем прикол? Она же не знает, что я Кент АПК. Она думает, что я реально разраб. Мне бан не надо. Я вообще не знаю, как можно в это верить. Все, мужики, я предлагаю, давайте максимально по-быстрому запускать, пока она ничего не спалила. А, проверяем еще раз настройки. Настройки, настройки, камера, свет, мотор. Ну что, ребята? И покупки в любом месте, и бесконечное время покупки. Имба! И стартовое количество денег сделаю 80к. Все, имба. Не надо бан. Она пишет, не надо бан. А может, надо? И знак вопросика. А может, надо? Это не надо мне бан. Я люблю тебя. О, это кто такой? Она пишет, я люблю тебя. Ты любишь разработчика? И ваши читы. Ой, там... И ваши это, и ваши идеи, точнее. Мужики, а она почем? Короче, давайте ей сейчас напоследок напишем. Если проиграешь, жди бан. Если проиграешь, жди бан. Я
тебя вынес. Все, Найсик, я думаю, можем запускать шареманочки. Если проиграешь, жди бан. Бан. Ну что, ребята, как говорил мой дед, let's go, let's get it! Все, погнали. Главное мне успеть зайти за КТ. Так, я раунды выстрел, да, раунды выстрел, все запустил. Пожалуйста, лишь бы не вылетел. Это будет очень смешно, если я как разработчик сейчас вылечу. О, а давайте сейчас зайду и напишу ей проверка на бомжа. Проверка на бомжа. Покажи скины. Сейчас посмотрим, что там у нее за скинчики-то такие. Подождите, это соединение потеряно. Она вылетела, чекайте. Сейчас как зайдет, я ей напишу. Это ты вылетела, потому что я тебя кикнул. Найс, а она зашла. Это ты вылетел, потому что я тебя кикнул. Так, ну что, главное не спалиться, что я быстро бегаю. Давайте посмотрим, что у нее за скины. Что это такое? Какой у нее реакция мои скины? На киргол! Это моя мечта. Это моя мечта, разработчик. Видишь, мои слезы на глазах. Это моя мечта. Этот киргол мне дали как разработчику. Это моя мечта, реально. Я готов на все. Разработчик. У тебя большие штаны эти. Все починили. Погнали! Давайте напишу, если проиграешь, забаню. И все, Найсик, все сделали, все подготовили. Первый раунд у меня 80к. Мне интересно, она спалила то, что у нее всего лишь 8 долларов или нет, как думаете? А где все? Где все скины? Это, а че я не могу купить? Так, давайте в первом раунде я возьму. Давайте 8 АВМ в первом раунде. Она пишет, где все скины. А что с ними такое? Я какой-то G22. Дорогулечка ты моя. А что с ними такое? Ты издеваешься? Все скины на месте. Ты шутишь? Она напишет, ты шутишь? Напишу. Если что-то не нравится, сразу бан. Ты шестерка разраба? Она пишет, ты шестерка разраба? Какая же шестерка? Я семерка. Я семерка, ага. Я сейчас заплачу. Все, пацаны, погнали, сейчас будет полный угар. У нее 99 хп. Я думаю, первый раунд будет максимально изи. Заплентил. Вынеси меня, давай, давай. Может, ну зум забрать? Ты что, вы видели ее, видели? Че у меня 99 хп? Так, она думает, что она беспалевная. Ты что, моя, ты маленькая. Смотрите, на! Как это? А как ты увидел? Да! Первый раунд со мной! Изи! Каточка! Ну шо, Анетка, шо, баб, ты против разработчика? Ой, я же не спалился, нет? Блин, это было бы очень жестко, если бы спалился. Ладно, это была шутка. Подождите, а где Хае? А где Смо? Играем по нормальному. Напишу, я себе просто случайно сделал 80 тысяч, а тебе 8 долларов. Ты клоун? За кибербул жибан! Прости меня! Кто клоун-то тут, ребята? Хэштег Кент и клоун! Шестерка разраба, ты никто! Прости меня, шестерка разраба. Я пишу, прости меня. Она уже извиняется. Слушай, нормально, она реально какая-то супер агрессивная сегодня. Так, все, поехали. Давайте притворюсь полным ботом, вот так, полным ботом, чтобы она меня забрала. Вот так, типа я стреляю мимо. Он меня точно здесь. А давайте сейчас быстро заплентим. Какая она потиха, смотрите. Я еще не спалился, что у меня бесконечные патроны. Так, смотрите. Не палимся, я притворяюсь полным ботом. Она вот это потиха, 5 хп отняла с дробаша. Какая ботиха! А это что из-за такое? Ну басты! Просто смотреть! Я думаю, надо ее забирать! Да как? Блин, пинхуть
тебя. Это было легчайше. Это большой пинг, ты пингер. Ну что ж, в этом раунде, ребята, что бы такое взять-то интересное? Она пишет, ты пингер, купи интернет. Я не могу, какая же она потиха, вы даже не представляете. Все, ребят, на самом деле, я вам раскрою тайну. Я поддавалась. Вот это поворот. Я поддавалась. Что ж мы берем? Давайте-ка мы в этом раунде возьмем. Давайте в этом раунде я возьму М60. И плюс, я думаю, можно уже потихонечку бросать хаешки, дымоухи, слепухи и так далее. У меня же все это бесконечное. Все, я все, закончилось, смотри. Я в смоке. А, она бросила дым. Кстати, да, я же ей из гранат оставил только один дым, поэтому она все, что может, бросать этот дым. Давайте напишу. Я пукнул. Ты нормальный? И теперь просто вот так вот кидаем, кидаем, кидаем. Да блин! Да что ты делаешь? Интересно, она что-то спалит или нет, как думаете? Эй, что ты, а что ты делаешь, Вадик? Ты пукнул, ты нормальный? А где бомба? Где бомба? Ой. Я не фьюжу, я не фьюжу. Я успею или нет? Где он? Давайте напишу. Я тебя забаню по причине лишняя хромосома. Блин, это не слишком ли жестко? Ютуб это все шутки. Лишняя хромосомы? Со мной все в порядке. У меня их 49. Все, давайте я беру, ребят, М60 и просто уместь, тупо идея. Просто вот так зажимаю. Просто вот так буду держать. Все, зажимаю и не отпускаю. Она пишет, со мной все прятки, у меня их 49. Поджарочка! Где он? Стреляем, 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 стреляем. Делай вид, как будто я завис. Делай вид, как будто я завис. Что это было? И она меня еле забрала. 5 раз! Найс, слушай, ну прям очень найс. 3-1. В этом раунде, ребята, будет тактика под названием Бобба. Я беру М40 и просто начинаю рандомно по ней стрелять. Ты нубасос, я начала побеждать. Пишет, ты нубасос, я начала побеждать. Побеждать, 3-1. Давайте напишу, ща будет прикол и высоко прыгну. Напишу, ща будет прикол. Так меня не за скам ты чепушила, ясно? Сейчас будет прикол. И сейчас, как только она меня увидит, я высоко прыгну. Так, все, вы готовы, да? А где она? Смотрите. Как тебе прикол? Какой нуб! Какой нуб! Ты нубас, ору с тебя! Пишет, ты нубасос, ору, ты помойка. Ой-ой-ой, напишу, извинись или бан. Блин, она такая смешная, пишет, ты помойка, потом пишет, милый. Так я помойка или милый? Кому, ты выберешь? В этом раунде, ребята, мы будем использовать мою секретную тактику, которую используют все разработчики под названием тактика. Закрысь в ребрах. Она так и называется. Я просто ее название не придумал, может, придумай в комментариях. Извини, извини, я стукнулась об клаву и случайно такое написала. Извини, я стукнулась об клаву и случайно такое написала. Она уже извиняется. Так, все, найс. Мы не палимся, мы не палимся, мы не палимся. Что это было? Он же здесь был. О, я тут, я тут. Сейчас она ко мне подходит и получает по шапке. Да как? Это было гениально. 4-2, да ты шо, как хорошо. Ты нормальный? Напишу, а сколько у тебя хп? Мне интересно, что она скажет, сколько у нее хп. Ты читер. Я КР, я КР. Ничего себе, я КР купил за КТ, прикиньте, она сейчас обалдеет. Интересно, она заметит или нет, как думаете? Просто она такая нубка, что может даже это не заметить. Я напишу главному разработчику, и тебя уволят. Тебя уволят. Она пишет, тебя уволят за такое, за такое мне дадут премию. Да ну как? Найс,
Найс, она прям сейчас по-любому спалила то, что у меня было 120 хп. А знаете, в чем самый большой прикол? То, что Анетка, это моя девушка, которая сидит в соседней комнате. Вот прям, вот там, в соседней комнате. Просто представьте ее реакцию, когда она узнает, что это был я, а не разработчик. Я сейчас тебя ударю гнилым бананом по твоей голове. Так, мужики, в этом раунде я буду играть только с... Давайте с флешками. Флешками ее забросаю. Давайте тупо забросаю флешками. Ну шо там, родная моя, ты где? Ты шестеркой, всегда был шестеркой. Давайте. Она тут. Нее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 eееееee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 e
Бан ты не получишь. Если будешь играть так жестко, получишь бан. Бан я не получу, потому что я играю хорошо, а ты держишь свое слово. Если будешь так жестко играть, я тебя забаню. Если будет так жестко играть, я тебя забаню. В смысле? Так, и в этом раунде, ребят, я хочу просто бросить молик. Давайте напишу. Ты любишь пожары. Любит ли она пожары или нет? Сейчас мы у нее спросим. Потому что сейчас все будут гореть. Ты любишь? Нет. Она пишет нет. Но, к сожалению, придется их полюбить. Где она? Вот, вот, там она. Чекайте. Любит ли она пожары? Полюбит, родная моя. Ты куда? Давай. Ты что делаешь? Найс. А где она? Давайте еще подпрыгну, посмотрю, где она, и брошу туда молик. Я в смог, я спрятана. А где она? Ее тупо нигде нет. Мне надо выжить, это безумный разработчик. Это очень безумный разработчик. Вот она! Он не видит меня, я невидимка! Я невидимка! Да куда 10 хп? Братва! 10 хп! Я спряталась! Давайте напишу, это любимая тактика разработчиков. О. Смотрите, она сидит, прячется! Все, она сгорела! Да! Ладно, я больше тактику пожар использовать не буду. Свой мозг используй. Это тебе за то, что ты меня обзывала. Счет 6-3. Ребята, все идет максимально по плану. Я думаю, настало время познакомить малышечку с моими жесткими нозумами в прыжке. Ты моя КРТХ не заберешь, статрек. Просто представьте, она еще подумает, что я софтер, если я стрелял вот так через стенку. Вот так! Если я смогу ее замочить, это реально! И зову тебя Ника. Тише. Она сейчас плынту. А я сделаю. Как это? Вот она плынту! Попади, давай! Что ты нафиг? Мать твою, там делаешь? Если я попаду, это будет чуть нереально. Что он там делает? Давай. Ну, попади. Это норм? Блин, что так сложно-то? Она по мне стреляет. Она меня забрала! Ой, мне что-то вот это вот не нравится! Тебе даже читы не помогают, или вот эти твои разработские способности. Давайте напишу. Это что было? Как ты меня увидела? Жди бан за Багаюз! Жди бан за Багаюз? Какой Багаюз? Ладно, все, ребята, счет 6-4, пошутили, хватит в этом раунде. Я думаю, надо и ставить жесткую маслину. Меня бесит этот разраб. Роднулька, Анетка, иди сюда. Куда на тебя жаловаться? Напиши себе на лбу жалобу, а я ее рассмотрю. Тише. Она меня испалила. Напиши себе на лбу. Тише. Да! 7-4. Давайте я затроллю и напишу «Го на ножах». Так, ребят, я написал «Го на ножах мид». Прямо сейчас она, походу, спалит то, что у меня больше, чем 100 хп. Она стоит на базе. На мои нервные клетки не восстанавливаются, смотри. А что с ней такое? Что ты сделал? Посмотрите ее красивые, замечательные глаза. А думаешь, что я АПК? Нет, какая красавица, ребята. О, все. Она по мне раз попала, но не понимает, почему до сих пор жив. Да как это? Меня так...
Подождите, мы же играли на ножах. Обманула, я АФКшу, да, далась. Я напишу: алло, мы играли на ножах. Чё закидало лово? Бан захотела. Мы играли на и извини, ок, ого, на мид. Приползай на на коленях на мид и извиняйся. Приползай на коленях и на мид и извиняйся. Стоп, давайте напишу на колени. О, ползет, ползет на коленях, ползет. Разрабчик, извини меня. Ползет на коленях. Извини меня. Забрал ботиху. Тебе сколько хп? Так, давайте напишу. Я продлил раунды. У тебя сколько хп? Так нечестно. Играем до 10. Мне не нужен бан. Я не знаю, сколько у меня хп. Я не знаю, сколько у меня хп. Все, почти идеально. Играем. Короче, ребят, у меня есть идея. Давайте я сейчас забросаю хаешками и моликами. Так, давайте, внимательно, внимательно, чекаем штуку. Может, она в темке? Ты в адеквате? Она пишет: ты в адеквате. А почему это нас с разработчиком на ты перешло? Пишет: ты напился, напишу. Алло, со мной на вы надо говорить или бан? Алло, со мной на вы надо. Пошел. Нет! Ай! Ты куда? А я сейчас знаю, как я его проучу! Давай, давай! А, она тут! Разрабчик! Атака! Чё тебе прикол? Идеально, просто идеально. Так, давайте напишу. Если ты выиграешь, подарю Керголд. А если ты выиграешь, подарю Керголд. Немножко мотивации поднял этой малышечке. Я тебя вынесу. Я думаю, в этом раунде мы можем брать. Мы можем брать М60. Ну, разработчики играют все с М60, правильно? Она пишет: я тебе вынесу даже с твоими вонючими читами. Я не софтер. Это консольная команда. У тебя это деменция? У тебя что? А сколько будет 301 минус 1? Я тебе дам Керголд, если угадаешь. Ладно, ребят, мне раунд надо взять. Она тут. На! Да где ты? Блин, ну как ты меня уже заколебал? Мой ты маленький, мой ты сладенький. Вот, 9-6. Просто я тебя ненавижу, разраб. Легчайшая для величайшего. Ну что, давайте ее как-то прям супер жестко затроллю. А именно, я тупо сейчас буду творить полную дичь. Все забросаю в дыму, все забросаю в флешках, в хаешках. Буду стрелять куда попало. Ну короче, братва, ей точно не поздоровится. Я королева стендов. Я очень хорошо играю. Я беру эту маску, я могу тебя закрытыми глазами. Давайте напишу. Если проиграешь, жди бан. Играли же по-честному. Смотри, как я буду сейчас играть. Смотри. Все, ребята, вот теперь погнали просто творить полную дичь. Я даже по себе флешки бросаю. Я не знаю, куда летит этот дым. Пусть куда-то летит. Ребята, тактика пук. Просто мы начинаем очень жестко портить воздух на пленту Б. И вообще не только пленту Б, а абсолютно везде. Ребят, я ж иду. Я иду, да? Я не знаю, что делать. Я вообще не вижу ее. Она не видит меня. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Где это я? Ты где? Как же здесь? Просто чекайте, что я творю, абсолютно весь план. Интересно, что она думает. А теперь день. Давайте напишу. Это тактика пук. Это тактика пук. Это тактика. 38 секунд. Это тактика. Ой-ой-ой. А такие вещи на ютубе лучше не говорить. Иди, Кленти, а я буду хитрее, Давайте посмотрим, что она будет делать. Посмотрите, я абсолютно все в дыму. Он вообще, он сам себе хуже сделает. Она заплентила. Ой, я даже, оп, сюда. Кидай. А давайте я раздефюжу сейчас, тише. Идеально, я бы сказал бы. Гениально. Ну что, ребят, а вот теперь давайте ее жестко затроллю. Прям максимально жестко затроллю. Я попробую ее
Блин, я вылетел! Походу, это мне сразу мгновенная карма. Я покушать отходил. Где все мои деньги? У меня 8 долларов, что за дичь? Надеюсь, пожрал. А где мои 80к? Вот, идет, идет, родная, идет. Ну что, ребята, тактика! Большой карандаш! Это камбэк! Камбэк. Ладно, тактика большой карандаш не сработала. Ребята, надо было использовать тактику большой джи-джун. Ну что, ребята, 9-8 решающий раунд. Я думаю, в этом раунде мы можем немножко навести суету. А именно, беру хаешку, беру дым и беру аптечку. Лавы аптечку. Блин, как я люблю побеждать. Даже разрабов, ребят, я любого могу. У меня есть хаешка, у меня есть дымовуха. Всю, мне больше не надо. Давайте напишу. Если ты счастливаешься, жди. Так давай, давайте брошу дым, чтобы она не спалила то, что я тут. Если ты сейчас сливаешься, жди бан. Идеально. И теперь просто ждем эту малышечку, чтобы она пришла на план Б. Я хедыщ! Удар в печень, никто не вечен. Я пойду в смог. Он меня здесь не заметит. Он меня здесь не заметит. Я выиграл. Это имба. Я выиграл. Разработчик, открывай свой ротик. Жди бан по причине лишняя хромосома. Помните, меня забанили. Меня уже все, меня идут банить. Не надо бан. Все, мужики, это был нереальный угарный троллинг. Давайте напишу. Я не забаню, если скажешь у Кента АПК 25 симы. Я не забаню, если скажешь. Если это Кента АПК, я это ему сейчас в сраку засуну. Я тебя сейчас это в сраку засуну. Какую? Давай. Анетка, садись. Ты же не знала? Я стал разработчиком. Ну что же, мои уважаемые парни. Вот это агростример, что сидит в синей комнате. Ты что так агришь? Спокойно. А, ух, ничего ты сильно. Короче, ребят, прожимайте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите любой хороший комментарий. И самое главное, подпишитесь на мой ТГ. Там, ребята, будет продолжение, как я наказываю эту агростримершу. Всем удачи, всем пока-пока.